Майка одно ушко. Майка это которая побольше. Одно ушко что-то недавно стало грязное. Да я посмотрю. Ай, не боись. Ай, ты мой хорёсь. Не боись, ты же у нас бесстрашный мужик. Бесстрашный? Ты чего? А из-за чего они вообще вдруг бывают грязными? Как подсушены. Как правило, куда попадает какая-то или литература, или грибочки. Может быть, покупался на зачастую. А где-то нырял? Нырял с него? Нырял? Нырял, конечно. Обычно поныряем. Майки, сидеть. Молодец, молодец, не боись. Рокки, успокойся, ты панику на Майка наводишь. Ты чистила его? Нет, все. Не чистила. Ты посмотри. Угу. Так. Ну, ничего страшного нет, воспаления нет. Давайте второе посмотрим. Но грязненькая просто. Возможно, просто чуть больше выделилась. Просто обычно они такие прям чистенькие. Это у него грязнее. В смысле грязнее? Одно чистое вроде бы. В смысле грязнее? Это грязное действительно есть. Корочки какие-то, воспаление. Воспаление в ушке. Он не чешет его? Да нет. Воспаление, да? Небольшое воспаление. Сейчас мы возьмем мазочек. Лаборанты посмотрим, что у нас там живет. В общем... Ну не бойся, ну... Ты такой большой. Майки, я тут. Это как просто можно почистить и все нормально? Сейчас или посмотрим, как-то? Нет ли там какой-то патологической микрофлоры. Там лучше закрыть. Рокки, малыш, чего? Ты чего? Маленький. Иногда эти породы вообще не очень предрасположены к воспалению, но иногда у них бывает такое, что если попадает какой-то, ну чаще всего вода. Не чаще всего. Это интересно, потому что лаборант вам может прямо в микроскопе показать. Да, да, поддерживай, поддерживай его. Да, что ты рассказываешь? Малыш. Давай еще чуть-чуть. Чуть-чуть. Что ты подсказываешь? Они знают, что делать. Что такое? Да, да, да. Нас эта кошка больше беспокоит. Ай, щекотненько. Щекотно, малыш. Молодец. Мужик. Терпеливо. Мы сейчас тебе просто брызнем мушком. Я же рядышком. Пшикнули. Пшикнули. Не боись. Не боись, морда. Все, все, все. Ты чего? Забился, маленький. Все хорошо, все хорошо. Вот, видишь, грязное ушко было. Ой, фе. Угу. Фе, малыш. Ой. Не сыкай. С него просто так просто вытерли и все, да? Это противовоспалительный спрейчик. Он его уберет и перестанет, но так больше часа, чтобы не было. Владелец собаки внешние обработочки делают вот в пределах раковинки. Если есть какие-то выделения сильные из слухового канала, то это уже нужно зажить. То есть, скажем так, у здоровой собаки сильных. Май, ты выходи, не бойся. Я тебе не буду больше. На ушной раковинке, то есть берете лучше всего кусочек мази, сделать такой тампончик. То есть спунжики не очень подходят косметические, которыми девушки пользуются. Тампончик, он просто как шероховатый конструктор имеет, он хорошенечко все это удаляет. Берете какой-нибудь лосьончик и просто чистите, делаете чистку ушной раковинки. Запомнил? Да, Рокки тоже интересно посмотрел, теперь внимательно. Все, теперь внимательно. Мы там немножко плакат пометили. Мама, I'm a criminal. Мама, I'm a criminal. Это я. Рокки ничего не делал.
выделение за небольшой период времени, то уже желательно прийти к доктору, посмотреть отоскопом, это специальный приборчик, который позволяет заглянуть глубже, чем мы можем увидеть глазами. Ну, не могу сказать, что я долго не заглядывал, пару дней, за пару дней все образовалось. Да, за один день вообще, только-только мы сразу... Просыпались, хоп. И все, просыпаемся, видимся, мы очень внимательны. Ясно, понятно. Ну, вообще, как бы лучше стараться эти вещи контролировать, особенно если были у вас заплывы, поиски мышей в снегу. Ну, это у нас каждую ночь и каждый день. Много ловит. Ну... Так как у нас еще в соседней комнате питон и удав, и у них постоянно есть мыши, то даже дома ловят. Дома зураба. Дома зураба ловят. Давайте. На что зураб тоже жалуется. Объедают. На что жалуетесь? У меня воруют мышей. Май. Как-то ты с подозрением смотришь, прям с подозрением. Все хорошо, последний. Последний заплыв, да? Последний? Да, давай, да, вот это ушко. Все, малыш. Давай. Спасибо. Повернулся. Ты умничка, молодец, молодец. Да, это не такое грязное. Щекотно, да? Скажи, ну не очень приятно. Аж лапка подергивается. Щекотненько, щекотненько. Просто пятнышко? Пятнышко беленькое, да. Беленькая пятнышко. Да, так, все, ура! Можно перекрасить. Ура! Ура, да, ура!